Сегодня нам выдался прекрасный денечек. Мы приехали в парк Эхтелин. Выглядит он, конечно, прекрасно. Людей здесь море. При том, что сегодня будний день, но лето же. Оказывается, мы остановились в очень популярном месте. Я сама того не зная, забронировали мы прекрасное место. Билеты стоят по 32 евро на каждого, но так как Аня ей всего 3, с нас не взяли за нее. Плюс мы взяли вот такие браслетики. С обратной стороны мы записали имя ребенка, но вдруг потеряется. Я надеюсь, мы сумеем сегодня отойти от самого входа, потому что тут уже возле входа куча всего интересного, и дети не хотят просто уходить. Танцующие башмачки. Это рыба, у нее там глаза открываются. Думаю, Пиноккио будет видно с той стороны подойти. Лиса Алиса и кот Базилио. Ой, ближе подойди. Ой, это кто такая? Это король троллей. Ай-яй-яй-яй. Ой-ой-ой-ой. Папа нам переводит сказку про короля троллей. Он дает дельные советы про будущее. Какой твой знак зодиака? Ну, тут знаки зодиака перечисляются. Направь стрелку на свой знак зодиака и слушай внимательно короля троллей. Вот там вот на часах. Рапунцель и злая волшебница. Мультики — это ее мама. Но это не мама, это же колдунья, которая ее украла. Ну да. Внутри там типа туман такой в лесу распыляют. Мы тут сейчас подходим к дракону. Ох ты. Какая. Какой дракон. Дракон над златом чахнет. Дети пытаются монетки. Волки, семеро козлят. Маленький козленок. В печке спрятался, да? Это не печка, это часы. В часах? Ага. Мистер Волк в дверь стучится. Хансес и Гретель, или пряничный домик. Что ж?
Аня заворожилась. Значит, засовываешь монетку, и он плюется монеткой. Так. Это же Белоснежка и что дальше? Ну это Белоснежка и злая королева. Покажи. Какая монета. Класс. Принц лягушек. Или король лягушек. Очень красивое место. Вообще парк очень красивый. А там вон смотри, вон кто-то в мундирах он выстроен. Да, пойдем сейчас дальше смотреть, гулять. А так выглядит мусор. Что ли? Потому что то что-то. Да, они туда мусор выкидывают. Он засасывает. А, он засасывает в себя мусор. Прикольно. А вот так вот, видите, корзинки. Так устроены здесь мусорные корзины. И он не убил. Нет. Здесь спит кто-то очень-очень большой. Это злой великан из злой мальчика великан. С пальчика. А да. Вон мальчик с пальчик. Он чекотит его. Я не знаю, что он хочет от него. Но что-то он хочет. Идемте дальше. Дети впереди планеты всей. От одной экспозиции к другой. Очень удобно, что вот здесь находятся вот такие книжечки, где можно прочитать. Краткое содержимое сказки. Да. Вот, вот в немецком варианте. Румпельштильцхен. Меньше, мою нам вести к ним. Перекус. Veel onderdanen waren voldoende. Zoveel ijdelheid was echt ongehoord. Ze bedachten daarom een list en verschenen bij het paleis aan de poort. Te genieten. Ex was opgelucht omdat ze haar huis weer ongezellig voor zich alleen had. Zo zie je maar, niet iedereen heeft hetzelfde idee over gezelligheid. Dat doet me denken aan die dag dat Roskap... ...na kavre vertolotje. Na, want... ...как-то на низке так растянуть... Не, он летит. Найди Аню. Maar niet zomaar jurken. Veel te grote jurken. Grote jurken. De ene jurk was nog groter dan de andere. Zo groot hier. Поезд ездит.
Называется это все мероприятие «Диорама». Класс. Ну, в поезд тоже ходит. Надо подождать, он приедет. Ничего себе. Вон поезд едет. Наверху, да, он едет. Да, наверху. Вот, видите? Он часть сюда, наверное. Может быть. А вот, смотри, по низу идет поезд. Там два поезда. Или такой длинный. Длинный. Ого, смотри. Там карусели. Там... О, вот он. Там дома. Понятно. Эй, иди дальше. А где этот поезд? В помещении карусель. Наши погрузились на карусель. Сейчас будут кататься. Что-то им там папа интересное рассказывает. Карусель в помещении находится. Так прикольно. Высаживаются. Ну как? Мне интересно, их не укачало. И ждали недолго. Мы думали, будем так долго ждать. Оказалось, нет. Ну, конечно же, одной каруселью мы не обошлись. Естественно, мы пошли еще на одну. Сейчас попробуем. А вот Стас едет с Аней. И сейчас вот будет ехать Кирилл. Отвернулся, правда? Вот сюда Кирюшу вряд ли затянешь. Хотя вот вроде ничего страшного. Но побоится, скорее всего. Поедем вот туда. Пойдем сейчас на лодочках кататься. Мы катаемся. На горках. Там на вот горках, сзади. На такой штуке, которая едет почем-то, не знаю. Да. Вот. Пришлось нам постоять, конечно, подольше вот в той очереди. Но теперь мы можем посмотреть парк с высоты. Да, я, если честно, смотреть. Высоты очень боюсь. Смотри, тут экран. Да. О, мы сейчас на домиках пойдем. Да. Фух, вот это вот мы накатались. Сейчас подниму. Анечка, а брокколи хочешь? У меня есть брокколи. Заказали кучу вкусняшек и будем обедать. Мы надеемся прокатиться на этом поезде. Очередь, правда, огромная. Не знаю, сколько туда влезает людей. Но это настоящий паровоз. Да, настоящий паровозик. Так как нас я так снять не смогу, покажу, на каком поезде мы поедем кататься. Вот на таком. Смотри, а есть вот такие боком? А вон люди перекладывали рамы. Вон, видишь? Да, старая вагонетка. Настоящий паровоз. Мы только что видели, он заправлял уголь, воду заливал. 25 минут теперь нам ждать. Стоим мы за загородкой, правда, но виды здесь красивые. Часа через два начнется дождь, поэтому мы решили сейчас быстренько прокатиться на поезде. Ну а потом уже оставшееся время посмотрим, где проведем, и будем двигать назад. Мы тронулись в путь.
станции. Мы пересели вперед. Теперь у нас шикарный вид. Покажу сейчас. Вот. Теперь мы сидим прямо. Вон ты, видишь, сверху. Первая. О, мы проезжаем горки. И очередь, куда я вам хочу сказать, знаменитая. Интересно, они сейчас мимо нас проедут. А не, не успеют. Это они после старта туда заезжают. Ага. Вон они хотели стать. Да. Мы тут едем под горками. Его нужно раскачать изнутри. Да? Ну. Обалдеть. Видишь, на этих? На пружинах стоит. Вот так вот можно раскатать. Пошлите вот туда посмотрим, тот домик. Вот, смотри, вот этот спит, наверное. А он простуженный. Школа у эльфов. А можно и... Ну что, с большой горки пойдете кататься? Смотри, вот это... Пойдем в гости к пекарю. Они как живые. Еще на качели карусели надо прокатиться. Кирилл там вот сидит. Стас сейчас проверит, что все было серьезно. Но понеслась. Где тут наша красотка? Кирюша, по-моему, недооценил аттракцион. Эта карусель сегодня наш фаворит. Третий раз. Посадил случайно спиной вперед. Да, дождь начинается. Ну, сейчас будем ходить его на парковку. Хотели в 4 слинять, но хиба отсюда уйдешь. И снова карусель. Вообще, конечно, ни разу не пожалели, что поехали сюда. Пусть на большие аттракционы мы еще маленькие, но провели мы чудесный день. Все сказочное, даже часы. Все, никак мы не уйдем. Теперь мы стоим в очереди за ватой. И попкорном, с карамелью, возможно, даже соленой. А у меня уже садится камера. Замок спящей красавицы. Это не красавица, это мальчик. Ну, понятное дело, что это не красавица. Это спящий охранник спящей красавицы. Мы идем выше. Это спящая красавица.
А вот и красавица спящая. Ну, сомнительно, конечно. Что это? Свечи там, да, погасли? А там вон ведьма. Все спят. Аня? Даже королева. Гномья деревня. Они в таких грибочках живут. О, я думаю, это шикарное завершение нашего отпуска. Завтра у меня как раз будет денек, чтобы собраться. Вот. И поедем домой. Ну, у нас стирает, и у нее пена. Гномы спят. Еще один домик. Там спят? Внутри спят. Ну, пойдем посмотрим. Там колыбель. Вау! Какая у него шея длинная, все видит. Она только что вытягивалась, она еще и собирается. Оп! Засосал. Вот она, красная шапочка. Звонит в дверь бабушке. Ну вот мы и вышли назад на Пиноккио, на кота Базилио, с чего мы, собственно, все это и начинали. Страшнючая рыба, которая проглотила Пиноккио. Покажешь, кто у тебя появился? Вот такая вот у нас кукла теперь. Аня у нас собирает игрушки в поездку. Вау! Класс! Ну, кому что больше понравилось? Зай, ты замучился? Не? Мы приехали в 10, уезжаем в 6? Да, и мы обошли не полностью четверть парка. Да, смотри, это правда. То есть сюда надо ехать с отелем и на пару дней. Не, на 3, я думаю. Ага. На 3, мам. Интересно, а если ты в отеле тут поселяешься, за каждый день надо платить? Нет, нет, билеты входят. Мам? Да, Зай? На 3. Гоу! А если джип, а потом она вперед. Ну все, поехали домой отдыхать.